Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и это последний выпуск в этом году. Всех с наступающим, кто смотрел Годус, уже какой 14-й выпуск у меня, всего лишь за месяц. Вот, давайте назад отожмем. Вот, новая карта, опять улучшение новой карты, а болото. Значит, такое болото, давайте сначала заберем всю веру, надежду и любовь. Так, 460. Кстати, вот такие дома нужно строить. Такие, которые большие, они сокращают очень много мест. И вообще, больше веры дают. Ну, сколько? 220. Ну, почему-то 220. Наверное, сократилось меньше. Так, сюда. Давайте-ка. Так, значит, здесь мы все посмотреть, как там Астари. У нас вообще не понимаю, как. Нельзя взять деревню Астари. У нас настроения нет. У нас люди. Смотрите, как там Астари. Это зло. Земляю землю. Ха, падает он. Ладно, фиг с ним. Так, мы минусуем. Отходим назад. Так, ну что, ребят. Давайте. Стройте. Улучшайте. Оу. Настроение что-то вообще в минус. Я не знаю, как настроением вообще это. Он застрявшийся верующий. Так, давай-ка мы его... А он только, я не знаю, почему здесь делает. Что он вообще здесь делает? Братан, ты сматывайся отсюда. О, молодец. Сейчас уйдет. Настроение у них в минус. Я, по-моему... Думаю, дары. А, ну дары, это понятно. Стая рыб. За 50. За деньги. Монументы. У алтаря местительного увеличивает радиус. Подожди, у нас получается поселение, наверное. Ух ты, 6000. Хэллоуин. Монумент. Мне кажется, это что-то с настроением. Войдите в силы богов. Силы. И болото. Цена 4000. Ведь длительность увеличение счастья минус 1. О! Очищающий дождь. Вот давайте, наверное, построим-ка здесь побольше. Вот. Хотя бы как-нибудь увеличить, а то они так и будут в недовольстве, блин. О, увеличивается, зашибись. Давай-ка. Вот, и заодно и веру прибавим. У нас 4000. Вот так. Вот так. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Так, что у нас еще? О, начинает уже меняться, смотрите, настроение уже начинает улучшаться. Но у нас стоит с каждым разом все больше и больше. Но в чем плюс? У нас, в принципе, еще и вера. Вера вокруг становится по-другому. Так, давайте-ка. Вот так, здесь увеличим, здесь поувеличим. Так, все. Вот так вот. Пускай они строят пока фермы.
О, раз и раз. Еще здесь тоже построим новое пристанище. Так, где у нас еще может пристанище быть? Но у нас уже нету веры, чтобы как-то увеличить. Всего лишь 7. Так, интересно, плавание нельзя. Путешествие разрешено, больше нельзя. Один раз все путешествие. О, давайте посмотрим. Опа. Так, теперь нам нужно знать, что пока у нас веры нету, она у нас важная составляющая вообще всего. Если мы сейчас увеличивать настроение придется, то вообще дофига нужно будет. Просто неимоверное количество веры, поэтому надо найти камни или что-нибудь. Ну, тут работает. Клево. Пускай тоже фермер там трудится на благо фермы. Вот. Нужно открыть уровень лепки. О, так сделаем. Застрявшихся верующих. Че они там застряли, не застряли. Так, о, 32. Здесь костер развели. О, надо почистить лес. Лес. Что долго вот лес вот чистится, а веры за него дают мало. Вообще очень мало. Вращение к цивилизации. А, ну, он чистится быстро. Так вот. А вот за камни очень нормально там так дают. Надо будет времечко уделить полностью. О! Наклейки надо пособирать. Вот где наклейки, поэтому я и беру веру. Вон, видишь, тоже наклейки сейчас. Так вот можно, оп, очистить. Все, еще наклеечка. Вот. Вот еще наклеечка. Наклеечки пособирать, а там посмотрим. Раз, 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 раз. Собираем тут все. Делаем новые земли. Чтобы нам исследовать. Камни по 40 вообще убирать. Вот, благодаря камням можно очень много собрать веры. Ой. О. Прям полно. Как раз мы сейчас это сделаем. Так я не понимаю, как вот это вот расчистить. Так что, вот, видишь, уже нельзя. А, во. О. Все понятно. Ух ты, опять реклама подлетела. В эту игрушку я играл. Так, только рекламку здесь очень странно, что действует практически все время. Нельзя ее пропустить. Это так для тех, кто... тем, кому я просто советую отключать интернет, играя в Godus. Потому что все равно попадешь хоть редко, но попадаешь в рекламу. Ну, в принципе, может быть, разработчики пускай. Когда вот именно берешь вот такие сундуки с каким-то коллекционной фигней. Так, давай-ка опять. Вот. Так, давай-ка по 40. Нужно найти нам... Камни все убрать. Камни вообще по 40. Крутяк. И добраться еще, тоже добраться до маячка. Я уже не знаю, что делать. А, вот тоже. Наклеечки надо собирать по всему острову. Вот тоже наклеечка. Вот так. Собираем по всему острову наклеечки. Там пик его знает, что-то не пойму, почему. Нельзя собрать. Вот нам, по-моему, наклеечка. Вот. Сейчас максимально соберем наклеечки, которые есть. Вот. Ну-ка. Во, наклеечка, наклеечка. О, наклеечка. Кстати, они появляются по ходу игры, что ли? А здесь мы вот бежали.
Убежали, кстати, здесь тоже камешки есть. Можно здесь построить, обустроиться еще плюсом. Вот наклеечка. Вот наклеечка. Вот так. Пока есть время, можно пособирать наклеечки. Вон еще наклеечка. Вот. Потом сейчас... А в следующий раз... Вон даже не наклеечка. А в следующем выпуске пооткрывать... В следующем выпуске пооткрывать не наклеечки, а именно это... Карты. Сейчас пока наклеечки будем. Ух ты, сколько много появляется-то их. Даже не знал. Здесь не действует сила моя. Сила моя, половинка моя. Застрявший верующий, не знаю, что он там застрял вообще. Браток, давай в фигню не страдай там. Что он страдаешь вообще какой-то перебердой? Давление, я не могу. Вот, пускай это освободило вот таков принуждение, наверное. Или он там все бегает. Вот здесь вот еще тоже наклеечку вижу. Уже 13. О, даже не наклеечка, а бабосики. Вообще еще лучше. Вот. В поисках, как говорится, наклеечках. 13 штук. Это неплохой результат. А, вот они здесь, значит, они не дошли. Давай-ка идите домой, на. Идите домой, смысл вам здесь вообще ходить. Может быть, снести здание, здесь ферму построить. Но это тоже в следующем выпуске. Жук, 40. Вот так, по 40. Это хотя бы домой идет. И надо улучшать настроение, строить хотя бы то, что вот еще строить деревья. 14 наклеечек, все как надо, все как надо, все как есть. О, вон еще, по-моему, если не ошибаюсь. Так, еще здесь вот все соберем. Камешки все соберем. Все камешки, которые нужны. Ну ладно, ребят, на этом все. Если вам понравился видеоролик, ставьте лайк. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.